за Торонто Мэйпл Ливс. А ты откуда? За Байдена, да? За Байдена. Нет, ты откуда? Где живешь? Я в Владивостоке. Ага, понятно. Привет первой, второй речке, значит. Ну понял, а ты что, оттуда? Ну бывал. Не оттуда, но бывал. Да, ты прав. Ты слыхал такого Кушнарева? Фамилию? Нет. Ну видишь, украинца? Уже... Украинец? Ну он по национальности русский, это харьковский губернатор был в нулевых годах, его убили в 1907 году. Так он организовал съезд пророссийский в 1904 году. Вот тогда нужно было помогать начинать. А ему тогда никто не помогала Россия никак, ну съезду. Хотя съезд был такой грандиозный, там 10 губернаторов съехались. Не, ну понятно, там и антимайдан был в Харькове. Ну антимайдан это был уже в 2014 году и в 2005-м. Первый, когда оранжевый майдан. Ну да, 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 да. Но Харьков вообще был локомотивом. Нет, в 2014 году. До 2014 года именно Харьков, а не Донецк и Луганск, был локомотивом борьбы за русский мир в Украине. Это с 2014 года стали Донецк и Луганск быть. А до 2014 года был именно Харьков. Ну да, да, я не спорю. Вот, ну молодец. Кстати говоря, знаешь это самое, если ты с Владивостока, до вас ходил такой поезд 53-й Харьков-Владивосток до 2012 года, который был занесен в книгу Гиннесса как самый дальний маршрут в мире пассажирского поезда. Самый дальний в мире пассажирский маршрут. В книгу Гиннесса был занесен. Ну да, да. Да, да, есть такое. А ты кто? А ты кем работаешь или кто по образованию? Я в деревне живу, тут в районе, в Приморском крае. А то я смотрю, у тебя лампа, как в автобусе, в старом. Я думал, может шофер... А это и есть, но это будка К-66 Кунг. А, понял, понял. Ну, это самое, хорошо. Если хочешь... Ой, почему у вас все так красивый флаг или там что-то еще интересное? Ну да, да. А вы откуда, если не секрет? Ну, немножко с Украины. Да это я так вижу. Город же важен? Или місто яке? Ну, народився на Західній Україні, на Западной Україні. Ну, а живете где? Где работаю, где... Ну, это уже другой вопрос, я это не могу озвучивать. Что, регион не можете даже сказать? Что? Область не можете сказать, что? Слушайте, у вас там и Николай, и всякая хрень, и красный флаг. Я не знаю, с кем я общаюсь. Ну, не хочешь, не говори, ладно. Какой, где ты видишь красный флаг? Ну, вижу Николая, вижу... Ну, это еще не Николай, еще где ты видишь красный флаг, я не понял. Ну, там еще Рада какая-то. Вот вообще это, все это, запутано. Все запутано. Это что, красный флаг? Запутано. Да. Это бейсболка. Канада написано, видишь? Я люблю эту иллюминацию. Я сразу вижу, что вы работаете. Что я должен с вами разговаривать, что ли? И все честно говорить? Как? Да не говори. Я же тебе сказал, не хочешь. Мог бы наврать, там сказать. Но в нашей ситуации что-то пиздануть, это самое легкое. Ты мог сказать там из Запора или из Харькова, например. И все, достаточно. Я там, где, ну, где хорошо, самый страшный кошмар русских. Вот я именно там. Поэтому, что мое лицо черное, потому что это не только сигареты, не только алкоголь, а еще и боевые действия, на самом деле. Самый страшный кошмар где? Под Купинском, что ли? Или где? Ну, ладно, в Запорожье. Ну, я понял, да. Ну хорошо, так а в рулетке на какие темы беседуешь? Слушайте, я наблюдаю врага не только в прицел, а еще в прямом эфире. В прямом эфире. Ну, примерно понял, так. Я понял. Ну ладно, есть ко мне вопросы какие? Да,
Я не знаю, кто вы. Не должен ни о чем спрашивать. Ты же не спрашиваешь, и поэтому не знаешь. Ну ладно, давай, успехов. Все, удачи вам. Недолго музыка играла, недолго пора я танцевал. О чем беседуете? Может, вопросы интересные есть? А? О чем беседуете? Может, вопросы у вас интересные есть? Нет, вопросов интересных нету, но, скорее всего, глупый вопрос. Обычно меня задают такие. Откуда вы приехали? Откуда вы приехали в Варшаву? Я никуда ниоткуда приехал. Я просто живу. Ну, я белорус, который мигрирую, но я не живу в Казахстане. Я вижу, что вы в Польше. Я вижу, что вы в Польше. Что вы в Польше живете. Откуда в Польше приехали? Польша, откуда приехали? Вы видите, что я в Польше. Ну, значит, я в Польше. Откуда вы в Польшу приехали? Варшава. Это сейчас живете в Варшаве, а приехали откуда? До этого я жил год в Алма-Ате, а до этого я всю жизнь жил в Беларуси. Ну, понятно. Ну, хорошо, я вас понял. Так. Так о чем беседуете? Есть ли у вас вопросы ко мне? К вам? А я ж не знаю, кто вы такой. Мы хоть представились. Ну вы тут никого не знаете. Там... Это рулетка, вы тут вообще никого не знаете, за исключением тех, кто попадается не первый раз. Нет, тут большинство собеседников неизвестно. А меня Олег зовут, Харьков. Я ж не знаю вас, кто. Я представился. Такой? Кто вы такой? Олег вы, меня зовут. Похоже. Вы не представились. Я два раза уже представился. Олег меня зовут. На кого я похож? Олег. Хорошо, Олег. Ну, на кого? Только это. Если только Олег, то привет, Олег. Привет. На кого я похож, я не понял. Человек, который... Ну, я понял. Есть ко мне... Говорит, вот я представился. Есть ко мне вопросы. За которым издалека мерцают какие-то... Ну да, что-то мерцают. Конечно, есть ко мне целом... вопросы в итоге или нет? Да нет, мне... Ну ладно. Лично тебе нет. Have a good day. Верно, да я жалел денег и хама. Их надо было брозгать да плетьми. Харьков. А вы Краснодар? Харьков, а тут... Ну да. А тут о чем общаетесь? От собеседника зависит. Вот вы кто по образованию, если не секрет? А образование для чего? Ну, может, если я владею, так сказать, знаниями по вашему образованию, будем по этому беседовать. Если не желаете, давайте на вашу тему. Хорошо, тут. А вы тут о чем общаетесь? Вы о политике общаетесь? Да нет. Могу о политике, но это не моя тема. Об истории я общаюсь. Об истории футбола. А почему за окном так светло? Или как? Что почему? За окном светло так. Как будто день. Ну, потому что день сейчас. А вы сейчас где находитесь? Я сейчас в Канаде нахожусь. Понятно. А вы сказали в Харькове, да? Ну вы же сказали, откуда вы, а не где находитесь. А, понятно, я понял. А как давно в Канаде живете? Ну, с перерывами с 5-го года. Понятно. У вас стрим идет или куда-то записываете что-то? Ну, пока не записываю, могу включить, если будет интересный разговор. Не, ну, не хотелось бы, понятно. Ну, я не помню. Хотелось, задавайте вопрос какой. Вы что, о политике любите общаться, что ли, или что? Я, наоборот, не люблю, стараюсь особо... А зачем упомянули можно сказать, не разговаривать. А зачем упомянули в СУИ о политике? Ну, ладно, есть вопросы, нет, тогда всем не, ну, вам. Если есть понятно. Вопросы... Хорошо, когда-нибудь в Крыму бывали? Бывал. А в каком году... Где бывали? В 9-м году последний раз. Обычно в Алушту ездили и в Севастополь. Чаще в Алушту.
Я понял вас. Потом на Турцию поменял, когда Турция стала более выгодна по соотношению цены и качества. А до 2009 года регулярно в Крым ездил каждый год. Понятно. Ну, в Турцию, да, конечно. Там у них намного лучше будет, чем в Крыму, я думаю. Ну да, да. Ну, по сервису. Да. Ну хорошо. Ладно так. Всех благ. Наступает решительный момент. Повестки-то у всех на руках. Ну что ж, проанализируем обстановку. Харьков, а вы откуда приехали в Германию? Из Брюсселя. Откуда, не понял? Брюссель, Бельгия. А в Брюсселе откуда? Что? Ну я тебе всю эпопею, что ли, буду за 34 года говорить. Ну изначально, где вырос-то? Русский у тебя родной, я вижу, поэтому где? На территории СССР. Москва. Москва, понятно. Ну хорошо, на какие темы беседуешь? Может, вопросы интересные есть? Да нет, а какие могут быть вопросы? Ну а чё ж, про рулетки находишь, если вопросов нет? Ладно, давай успехов. Так плохо выгляжу? Нормально. Не, неплохо, я просто как бы интересуюсь, почтенный возраст. Нормально, нормально, нормально здоровье. А вы откуда, если не секрет? Не секрет, город Биробиджан. Понятно. На какие темы беседуете? Может, вопросы интересные есть? Да так особо нету. Я вот все хочу узнать. Вы в политике разбираетесь? Разбираюсь. Вот скажите, пожалуйста, почему я когда смотрел Путина и интервью с Карсоном, там такой Путин сказал вопрос, если бы они были бы дальновидны, у них бы остался и Крым, и ДНР, и ЛНР. Почему так сказал? Ну, то есть... Ну, если бы они вели себя прилично, у них бы остались, да. Ну, как? То есть, он красавец. У Беларуси остались все территории, которые они получили в 91-м году. Хотя там часть территории не может не их. Где-то так. То есть, сами себе нагадили, да, себе прям под ноги, получается? Ну, как нагадили? Удержание территорий, которые им приносят, может, больше вреда, чем пользы, или, по крайней мере, гуманитарного, это может и не есть хорошо. Точно. Нельзя же ориентироваться на то, что удержание территорий на 91 год – это какое-то благо. Это не совсем не обязательно какое-то благо. Это может быть и вред. Ясненько, спасибо большое. До свидания вам. Всего хорошего. Обожди, не уходи. Заходи на мой канал, если... Беседуйте, вот интересно есть. А вы откуда будете, кстати, если не секрет? Сторона, думаю. А вы откуда в Канаде? Торонто. А что вы беседуете? Может, вопрос... Так вы... Что? Так вы рядом с этим... С Михаилом живете? С каким Михаилом? Ну, его... Уральцы все знают, как борщ. Нет, он не в Торонто. Он врет, что он из Торонто. Он, по-моему, из Брамптона. Но это пригород Торонто, но это не Торонто. Морж его, не борщ, а морж. Морж, да. Ну, знаете. Не, он прикольный тип. Ну, прикольный. Я с ним не живу, но у меня есть с ним ролики. Ну, вы с ним общались, да? Общался, да. Есть у меня... Не, он... С ним есть о чем поговорить, он грамотный, в принципе, так. Ну, да, понятно. Я тоже грамотно. Есть ко мне вопросы? А откуда вы переехали? Из Харькова. Из Харькова? А, с Украины. Я понял. Зачем подчеркивать, что с Украины? Харьков, скорее всего, скоро освободят. А 102-летняя украинская... Да, я тоже про то.
от 102-летней украинской оккупации, которую загнали большевики в 1918 году. Вот я же за вам одну вещь скажу, вот как вы ее воспримите. Для меня было дико, что это самое, как бы сейчас восприняла Людмила Марковна, что ее родной город под Украиной оказался. Нет, ну она же жила, то он при СССР он тоже был под Украиной. Она, в общем-то, так восприняла бы. Она же умерла уже не так давно, в нулевых годах. Да, она застала независимую Украину. Тут она бы... Она вот вы меня застала, приняли. Вы поняли, о чем я говорю. Ну, она же была великая женщина. Ну, великая. Согласны? Согласен, конечно. Всех благ, до свидания. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. И их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские – это какой, чей отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали в 1922 році. Воронежская область. А в 22-м году Львівська область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не было еще? Ну, еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, как его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. А вы не знаете ничего такого? 60 кілометрів від кордону з Польщею. Ага. Як ви думаєте, яка це може бути область? Сумська? Сумська область межує з Польщею? Ви смієтеся? Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра совместный стрим. Каракашовский был. Мы сделали украинским ударом на членом. Ударец! Да. Украина, которая создана. Группа Крымичка. Не надо испытывать наше терпение. На любой выпад. У нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С нашистской силой темною, с оранжевой чумой! Вот и...